Именная стипендия первого президента Якутии в 15-й раз нашла своих обладателей. Напомним, что ее учредили в 2002 году и по традиции стипендию вручают в день рождения первого президента Якутии Михаила Николаева. Стипендия «Знанием победишь» является ярким примером общественной поддержки образования. Лауреаты премии – это учащиеся интеллектуалы и юные исследователи, талантливая молодежь, а также учителя-профессионалы и лидеры образовательных учреждений. Развитие олимпиадного движения в Якутии – это, конечно, серьезная работа. И эта работа, успех этой работы стал возможен благодаря нашему активному сотрудничеству с моими друзьями, моими коллегами из Северо-Восточного университета.